чисто, уютно и, главное, безопасно. Пехушково в доме номер 4Б управляющая организация вместе с жильцами наводит красоту круглогодично. И в 2022 году планируют завершить губернаторскую программу по ремонту подъездов. Мы каждый год ремонтируем там по 3, по 4 подъезда, в зависимости от финансовых возможностей. И в следующем году мы завершаем эту программу. Вот. В ремонт подъездов мы включили покраску всех стен, потолков, замена светильников по подъезду, ремонт системы электроснабжения в электрощитовых. А еще покраска всех металлоконструкций, приборов отопления. Работы по облицовке порталов лифта и ремонт на переходных балконах также закончены. Жители отмечают, все делали совместными усилиями. Помогали рабочие, специальные бригады, которые работают на обслуживании и содержании дома. Очень довольна всем обслуживанием дома и вот порядком, чистотой. Видите, даже время у нас висит. У нас прекрасный дом и прекрасный подъезд. В Звенигороде тоже реализуется губернаторская программа. И вполне успешно. По адресу микрорайон Восточный 3, дом 6 в порядок привели все подъезды жилого многоквартирного дома. В первую очередь те работы, которые были согласованы с жителями и предложено самими жителями, это замена входных дверей, это замена дверей на переходных балконах. Янина живет в этом доме с 2018 года. С этого времени произошло немало изменений и в лучшую сторону, говорит жительница. Все недочеты, оставшиеся от застройщика, были исправлены. Ремонт, да, нам откликнулись, нам покрасили стены, мы сами выбирали цвет, который будет, ну, нам предложено было на выбор. Потом, через какое-то время, предложено было сделать арт-дизайн, или как вот это называется, и тоже, опять же, сами жильцы выбирали, что будет нарисовано, изображено. И вот приезжала художница, настоящая художница, рисовала, да, нам. По этой программе реализовано 7 подъездов, соответственно, вы видите качество. Плюс, конечно же, инициативные жители помогают после проведения ремонта, вот вешают картины, ставят цветы. Поэтому, конечно же, в такие подъезды приятно заходить, их приятно видеть, и качество жизни абсолютно другое. Губернаторская программа по ремонту подъездов завершится в следующем году. В Одинцовском округе на этот год был запланирован ремонт 393 подъездов. На данный момент он почти выполнен. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».